Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это опять английская барахолка. Какой будет она сегодня, я не знаю. Целую неделю мысль об утраченном Дрездене не давала мне покоя, и поэтому опять сегодня я здесь. Посмотрим, что будет сегодня. Масштабы барахолки очень огромные. Много людей. Вчера был ливень, но сегодня все опять здесь в надежде купить, в надежде продать. Я для вас сниму самые интересные моменты. Думаю, вам будет интересно. Давайте пойдем посмотрим вместе. Все свои видео я снимаю напрямую. То есть я иду, смотрю и сразу же снимаю. Наперед я рынок не просматриваю. Я очень рада всем вашим комментариям. Большое вам спасибо. Идем и посмотрим вместе. И вот то, что я увидела самое первое красивое. Видите, 55 фунтов. То есть не все дешево. Люди только выкладываются. Смотрите, здесь вот такой столик. Здесь очень много всего. Вот это вот стоит 35 фунтов. Клеймо вам, посмотрите. Продавцы любезно согласились, чтобы я поснимала. Так, вот это вот стоит 35. Это вот 80 стоит. Наверное, клеймо такое же. Я не буду просто трогать. Так, вот эти вот дамы в шляпах по 25 фунтов. Вот эти вот. Royal Dalton. Красивые. Давайте просто посмотрим на них. Какие они красивые. Я буду медленно снимать, чтобы вы полностью могли посмотреть на каждую статуэточку. Мне вот очень эти нравятся. В оливковом платье, в голубом платье. Красивые. Если бы, конечно, я собирала, но я не собираю. У меня такие покупочки, знаете. Yeah. Royal Dalton. It's beautiful. I like this and this. So beautiful. Very beautiful. Yeah. Very good. That's the Royal Dalton. Это тоже Royal Dalton, наверное, Face серия. Так, здесь бабушка с шариками. Уже когда-то вы видели такую статуэтку. Здесь собачка. Здесь очень такой стол с такими коллекционными статуэтками, друзья. Профессионалы здесь продают. Смотрите в целом, как выглядит этот стол. Я вижу этих людей каждый раз здесь, на этом рынке. Но сегодня я набралась смелости, подошла к ним и попросила разрешения поснимать. Посмотрите, они согласились, говорят, снимай сколько хочешь. Вот такой набор. Хрусталь. Подсвечники красивые. Кувшины. Кувшины красивые. Здесь много людей стоит возле стола этого, не только я. Кристальные. Видите, сколько людей, сколько рук? Вот вы и слышали цену, 25 фунтов. 20-25 фунтов вот это стоит. Это 15. Такие лампы красивые. Так, тут уже керамические различные. Вот какие. Очень красиво, посмотрите. Вот так. Чайники какие. Стол длинный. Много всего, много красоты, красивый. Так, а тут вот белочки. Как-то я уже видела такие белочки. Белочки и вот олененок Бэмби.
Керамика английская. Очень красивые подсвечники, чайники. Классный вот этот вот какой. Ну, какое блюдо есть. Тарелки, супницы, чайник. Что это? Конечно, это Wedgwood. Поэтому и красиво. Вау, вот эти вот классные. Это антикварное что-то. Очень красивое. Какая-то работа. Ну, я не знаю, сколько это стоит, но очень красиво. Какая чашечка. Не стану брать в руки, просто посмотрите. Это же более современный сервизик. Но тоже розочки такие классные. Наверное, тоже Wedgwood или что? Посмотрим. Нет, это не Wedgwood. Дома я разберусь. Мне очень плохо видно, но вы видите клеймо какое. Интересно бы спросить, сколько вот этот вот стоит. Мне этот очень нравится. Просто знать, как тут внутри даже расписано. Такая чашечка фигурная. How much, sorry? Sorry, don't worry, just how much is sorry. £30, present China, about 1890. 19th century. Yeah. Oh, I see, this is very... Wow, 19th столетие. This is George Jones, he's a very good maker. Yeah. 19th век. 1819 год, он сказал. Сколько здесь чашек есть? Так что же это за такой Maple London Париж? Ну, какой легкий, какой классный. Да, сколько здесь чашечек? 10 чашечек. Одна чашка с пятнами, он сказал, стейн. Это недорого. Это очень недорого и очень красиво. Также здесь продают цветы. Вот розы какие красивые. 15 фунтов куст. Красивые гортензии, астильпа. Очень классные. Вот здесь еще, да, такой стол. Эти статуэтки, что за статуэтки? Нет клейма. На той тоже, наверное, нет клейма. Кувшинчик вот этот старенький. Это тоже такое, да. Тут тоже все такое, только выкладывает. Эти чашки тоже старинные, но они очень поврежденные. Но тоже это очень-очень классные. Вот так вот. Теперь видите, вот там вот вдали 15 фунтов вот эти трехъярусные, красивые. Они антикварные даже есть. Вот видите, вот какие старые. Вот. Вот этот какой Имари стиль, да? Вот этот вот красивый. Конечно же, это не антикварный рынок в Португалии, но... Здесь тоже горы всего. Люди смотрят, выбирают, прибирают и покупают здесь. Вот под конец встретились мы здесь статуэточки еще такие, не знаю.
Смотрим, что это. How much, sorry? How much? Eight. Six. What this? I don't know. Let's say that's eight. But what is this English? No? I don't know. I don't know. It's not my thing. I know about paper things, not China. It's six. They're all old. They came from my great aunt when she died. Eight, six. 15 for the three. Нету клейма, старинное что-то такое. Говорит, что это от его родственника, кто умер. Вот это вот какая-то интересная. Здесь нету, только шесть, какой-то знак. Не знаю. Так, что это за клеймо? Видите, как плохо, что я не помню клеймо. Шесть пунктов. Я держала эту статуэтку в руках, и тогда в голове у меня роились мысли. Три волнистые линии. Это ведь Royal Copenhagen. Неужели это Royal Copenhagen, думала я. Но эти кружева... Неужели Royal Copenhagen делал статуэтки с кружевами? Этого я не знаю, друзья. И кружева были очень старенькие, такие поношенные. Это меня и останавливало. Помогите мне, пожалуйста, просто на будущее, чтобы я знала, что было это... Такое, что это за статуэтка? Они очень старые, такая очень барышня, интересные. В каком платье? Действительно старинное, уже золото даже истерлось. Такая. Старенькая. Здесь тоже такой профессиональный стол, профессиональные продавцы продают. Так вот посмотрим. Смотрите, какой сервиз красивый. И статуэтки там есть. Сервиз этот золотистый. Нету здесь, конечно, клейма. Видите, чашечка даже перевернута. Но, наверное, что-то такое старинное. Посмотрите, какая здесь старинная. Какая здесь розочка на кончике. Статуэточки красивые. Вот, видите, как люди. Это уже декантер берет и все. Так, вот эти статуэтки. Что это за статуэтки? Классные. Sorry, what price? How much is it? 20. 20. 20 статуэтки. Боюсь трогать руками, но они красивые. Вот это желтое, красивое. Такое платье красивое, это голубенькое тоже. Наберусь смелости. Royal Dalton. Royal Dalton. Very beautiful. Еще посмотрим вот тут. Тут вот тарелка красивая. Это так. Вот этого джентльмена я хочу. Сколько этот слон? 4. Я хочу посмотреть вот эти большие статуэтки. Что это такое? Они, наверное... Нет, тут есть какое-то клеймо, но что это? Плохо то, что я плохо вижу. Увеличиваю какие-то... Есть обозначения, но что это такое? Тяжело сказать. Спрошу, есть такой джентльмен еще здесь. Наверное, они в паре продаются. Наверное, они в паре продаются. Да, такой же. And this one, what? How much? Four. And that one four as well, yeah? This... £7. Пара. And... What is this? Is this England or what is? Yeah. You're not sure what this, no?
English. English, or what is this? Lovely cherries there, look. Они не знают, но 7 фунтов. Я сейчас посмотрю, нету ли здесь. Я за я пробовали туказы. Италия пробовали. Интересно, они старые? Ну, наверное, купить, чтобы они здесь так одиноко не стояли. Yeah, I will find in Google. Yeah, very interesting. Вот какие интересные, они большие, их двое. Наверное, я их куплю. 7 фунтов за 2. Пусть они у меня будут, они такие красивые оба. С собачками. Почему бы и нет? Красивые. Вот еще раз посмотрите. I've got YouTube channel, that's why I love it. Is it okay? You okay? I do this because I, yeah. You want them? Я, друзья, купила эти статуэтки как память о сегодняшней барахолке. Такой красивый стол, такие добрые люди. Так интересно было с ними поговорить. И люди здесь покупают, смотрите как. Еще вот эти вот дамы. Какие. Очень тяжелый декантер, она говорит, очень классный. Женщина хочет это вот купить. Какая красота, полюбуйтесь еще раз. Я вам очень благодарна за то, что вы посмотрели это видео. Будут еще новые видео, подписывайтесь на мой канал. Будет много еще красоты у меня. Пока-пока.